Akı selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Akı Azerbaycan'da aşırı kursuza inşallah. Belə deyək də, bəlkə Rusça başlayaq, çətinlik çəksən tərcümə eləyərəm mən, narahatçılıq yoxdur. Mən özüm bilirsən ki, Rusça maşallah dağıdıram, dəxi. Sən... İşlərinə təhdiq edər, salamat çıxdır. Şükür, Allah həmd olsun, yavaş-yavaş fırlanırıq dolanırıq. Akı yaxşıdır, kamera yaxşıdır, uzağa çəkin biraz. Bomba kimidir, bomba kimidir, çox yaxşıdır, maşallah, yaxşıdır. Gözəl görünürsən. Yuxarı sizi çox qalxmır yuxarı. Bomba kimidir bu, Juventus sokakına da. Ha, Juventus axı, maşallah, Juventus sözünü deyir də axı. İşlərinə təhdiq salamatçıqdır. Şükür, şükür, yavaş-yavaş dolanırıq. Maşallah, maşallah, yaxşı olasın. Yoxa çıxmışsan, çoxdan yoxsan. Sonra arxayınçılıqda olanda deyərəm. İnşallah, inşallah. Əsas salamatçılıqdır, şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Axı, bu səhifə çox... Bu səhifə çoxdan işləmişsən. Ha, bir 3 il var. Maşallah, maşallah. Buyur, axı, sizə başla. Ребята, всем, кто только зашел, сегодня у нас эфир с легендарной личностью Хаджи Алиев, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Спасибо, что он согласился сегодня на эфир. И у меня первый же вопрос, комментарий выключу пока что. Бидан, чатыни чаксян, динам мен тарджуме эдэчэм на расул. Буэр, буэр. Хаджи, ты родился, вырос в Нахчеване. Ты долгое время там жил, в школу тоже ходил там. Потом, как я знаю, твой отец, тренер по вольной борьбе, вы переехали в Баку, точнее, в Абшеронскую школу борьбы. Твоим первым тренером был Эльман Мэллим. Да. Ты ездишь часто в Нахчеван, то есть летаешь. Как сейчас дела в Нахчеване с борьбой? Есть залы, есть тренеры, как там? Я знаю, что оттуда очень много борцов хороших вышло. Вот сейчас как дела идут в Нахчеване? Брат, спасибо тебе, что вот такой этот прямой эфир сделал. Я отсюда тоже всем этот всех борцов, всех этот болельщиков, всех салам алейкум всем. Брат, так сказать, Нахчеване борьба всегда был. Нахчеване борьба всегда был, и хорошие борцы там вышли. Просто там, как сказать, спорт не очень такой популярный, там вообще-то там спорт не очень популярный Нахчеване. Нахчеване там учится хорошо, Нахчеване, ну, другой, да, этот, как сказать, другой. Направление. Да, да, да. Ну, так, там зал есть, там у нас этот, борьба школа есть, хорошая школа есть. Ну, где я там тренировался раньше тоже, но когда я тренировался, маленький был такой, не очень хороший. Сейчас ремонт сделали, очень хороший зал есть. Там есть Фаик Мэллим, этот со мной боролся, он чемпион Азербайджана тоже. Взрослый, по-моему, взрослый выиграл или молодежный выиграл. Ну, так сказать, не очень сильная школа там, но борьба там есть, когда я там иду, гости идут, да, ну, есть возможность, есть, что я там тренировался, брат. А, я понял. То есть ты мастер-классы тоже там преподаешь? Иногда бывает, иногда бывает. Ну, я этот, ты знаешь, что у нас много тренировки, у нас этот, постоянно так, этот, сборы бывают. Я даже там мои, как сказать, родственники там живут, дядя, тетя, ну там много у меня, кто живет. Ну, время не бывает, брат, так сказать, туда идти, время не бывает, брат. Ясно, Хаджи, ясно. Твой родной старший брат Яшар на данный момент является, Яшар Алиев на данный момент является тренером среди юношей. Яшара мы все знаем, бронзовый призер чемпионата Европы. Очень много турниров выиграл, очень перспективный парень был, хоть и он раньше завершил. На данный момент он тренер по юношам сборной Азербайджана. Да. И наверняка вы общались, обсуждали, вот сейчас на данный момент юноши сборной Азербайджана или ребята, которые могут попасть в юноши, как вообще у них, на какой уровень, потому что смогут ли они вот в ближайшее время вас всех заменить, есть ли ребята хорошие, потенциальные? Да, брат, так сказать, есть борцы хорошие, юноши, молодежь, есть хорошие борцы. И вот мой брат тоже там как тренер работает, да? Я так могу сказать, что не важно, что там какой-то тренер, да, есть. Самое главное, надо этот маленький, этот юноша, молодежь, это борцы, они сами надо от души хотеть хорошо тренироваться, да, чтобы после нас
например, Замена. да, вот хорошее место заняли, хорошо боролись. Вот ребята есть хорошие, но так сказать, чуть-чуть тренировки слабо делают, или чуть-чуть не хочет, я не понимаю, зачем так. Вот иногда юноша, молодежные, взрослые тренировки вместе бывают. Я, например, после тренировки что-то делаю, после тренировки тут что-то работаю, да. Я смотрю, что все ребята сидят. Я смотрю, что разговаривает. Иногда, ну, им большое спасибо, что они меня вообще хорошо уважают, хорошо слушают. Я говорю, это не надо, это надо делать, это надо делать, и они делают это все. Это я не должен сказать, что, например, канат сделай, жгут сделай или что-то сделай. Это они должны сделать. Или я, например, я там, Джабраил Хасанов там, Шариф Шариф там. Потом Тогрул Аскеров там. Мне слышно, да, брат? Да. Много там борцы есть, да, например, как сказать, Залимхан Гусейнов, наш главный тренер там. Они надо, чтобы сами это сказать, это нам надо помогать, это мы, например, да. Проход делаю, это здесь я не могу что-то делать, или, не знаю, партия слабая, что-то. Они сами должны что это хотеть, брат. Вот это наша проблема. Или юноши, молодежные, какой-то результат делают, юноши Европа, призер Европа, чемпион Европа, молодежный призер Европа или чемпион Европа. Чуть-чуть они уже, как сказать, дисциплина портится. Дисциплина тоже уже, когда взрослые они бывают, уже они не может показать результат. Например, я когда юноша боролся, Тогрул, когда юноша боролся, Джабраил юноша боролся, мы юноши молодежные, когда боролись, уже взрослые это чемпионат Азербайджана, там Европе, там чемпионат мира, уже начали бороться, брат. Я не говорю, что мы выиграли Европу, да, или что. Ну, так сказать, мы чуть-чуть, ну, мы хотели, что с взрослыми хорошо побороться, с ними тренироваться. У них что-то вот нету этот стремление. Да. Ну, а так, я тебе скажу, у нас сейчас в Азербайджане очень хорошие есть. Маленькие юноши, молодежные есть хорошие. Ну, они должны сами хотеть, чтобы вот, как сказать, например, я там, Тогрул, Джабраил, или они надо от нас что-то это учить, потому учиться. Что мы сейчас там. Если через год, два, три года мы не будем, они что будут делать, брат? Конечно. Конечно. Полностью согласен. Я помню, 2000, по-моему, 2008 год был, ты на 54 килограмма на чемпионате Европы по юношам. По-моему, второй ты стал тогда. По-моему, Хинчегашвили тогда проиграл, да? Да. Это был то ли 2008, то ли 2009. Я как-то случайно был на сборах тогда, ну, сборную тренировал Магомедхан Арацилов тогда еще. Да. Я помню, ты приехал, ты готовился к каким-то турнирам, и ты сломал руку, то ли левую, то ли правую. Я сейчас точно не помню. Я потом через неделю еще раз был. Я думал, все, до тебя там уже видно не будет. Я смотрел, что ты с гипсом пришел, потом начал играть в баскетбол. Одной рукой играл. Да, это был еще тогда, помнишь, Шуа школа была тогда еще. Сборы проходили в Шуа, на Чапаева. Вот, мне вот интересно, мне очень интересно. Это тебя тренеры просили, чтобы ты был в сборной. Ты мог бы сидеть дома, отдыхать, лежать своими делами, заниматься. Но ты приходил, играл, кричал, орал, что-то делал, вот, чтобы как бы не уходить от формы спортивной. Вот как это было все у тебя тогда? Брат, так сказать, вот я вот как хотел, чтобы не только тогда я призер Европы был, по-моему, второе место взялся. Вот я тогда это место, это результат для меня все же прошел. У меня тогда тоже последний год был. Ты правильно говоришь, я мог бы тогда пойти отдыхать, что-то. Но я тогда знал, что юноши, молодежные результаты, это для меня не важно. Это только, знаешь, как мне может помогать университет и может мне помогать в армии, да? Это тоже главное, я понимаю. Ну вот сейчас ребята так делают. Университет готов, армия готов, все. Поэтому я тогда хотел, что вот взрослыми, например, так сказать, вот
Тогда я хотел, вот, когда юноша был, тогда взрослый сборный у нас был Шариф Шарипов, Залимхан, Джамсул Вараев, потом, не знаю, Хетак Газимов, Намиг Абдуллаев тогда тоже боролся. Там вообще много, да, был хороший борцы. Я клянусь Аллахом, я как хотел, что с ними просто тренироваться. Я хотел, чтобы тут вот сборный туда попасть в сборную Азербайджана, да, я очень это хотел. И тогда очень трудно было. А сейчас наши маленькие есть, они просто так что-то, и вот с нами уже вместе тренируются. И для них, знаешь, что просто так они даже не радуются, что ли, со мной делают, Тавролом делают, Джабраилом делают, Шарифом делают. Не ценят. А когда я был маленький, вот я как хотел, сильно хотел, чтобы с ними тренироваться. Вот когда вот дагестанцы первый раз приехали в Азербайджан, многие сказали, дагестанцы, зачем приехали, это зачем приехали. Я понимаю, я тоже хочу, чтобы азербайджанцы были в команде. Ну, Конечно. дагестанцы приехали, это для нас всех был плюс был, потому что я Залимхана учил, я из Хайтака все учил, я, ну так-то этот научил, этот учился, их борьба, их, как сказать, дисциплина, я все, я поэтому я всегда сказал спасибо им, что они приехали, и мы Научились многому. Мы, как сказать, мы тоже, азербайджанский борьба тоже хороший, но мы их от них тоже что-то этот учили, брат. Вот поэтому, брат, я не спал тогда, маленький был, не спал, я тренировался. И вот сколько я тренировался, сколько труд сделал, вот это Аллах мне дал, и хорошо, что я не спал, брат, когда маленький был. Все правильно. Я думаю, будут молодые смотреть этот эфир и будут многому чему учиться. Да. А, мне вот такой четвертый вопрос. Хотя, в принципе, ты на него ответил. А, я хотел бы сказать, что вот правда ли, что в свое время Залимхан Кусейнов, даже когда вы боролись, конкурентом были, работал над тобой, над Да. Джабраилом, над Тор. Ну, в принципе, ты уже ответил на это. А, вот такой вот вопрос. А, помнится схватка 2009 года, по-моему, был Кубок Федерации Азербайджана. По-моему, это был отбор на чемпионат Европы. Ты тогда, по-моему, поехал. Да. Залимхан Гусейнов был тогда, на тот момент, уже чемпионом Европы. Ты выиграл его, и ты радовался там после схватки. Это видео есть в интернете. Там. Это Да. был отбор на чемпионат Европы, да? Да. И, наверное... Ты молодой был, тогда тебе сколько лет было? Ты 91-го года. 18 Ну, лет было мне. 18, да. Да. Ты выиграл, и как бы очень много кто там увидели, что ты такого мастеровитого человека выиграл, поехал на Европу. Хоть и ты проиграл там, да, но ты получил очень большой шанс. Это Да. видео очень резонансное было. Очень много где-то ставили, я помню. Да. Там ты еще трико порвалось у Да, тебя. да, да. Вот такой вопрос, Хаджи. Ты 2008 года, 2007 года даже уже в сборной Азербайджана состоишь, да? Ты Да. видел очень много чего. Ты достаточно квалифицированный профессиональный спортсмен, и я думаю, ты сможешь ответить на этот вопрос. Вот последние годы сборная Азербайджан или приглашает к себе, например, сборную Дагестана, Чечни, Осетии, например, или же сами, например, ездят в Дагестан. Да. Да, очень часто бывают сборы, или же в Кисловодске, ну, без Да. разницы. Вот именно вот такой подход, постоянные тренировки с разными сборными, это насколько правильно? Или вот я почему задаю вопрос в Азербайджане, и вот этот зал, я забыл, Excelsior, там 8 ковров, там есть все условия, да, то есть вы Да. могли бы просто между собой тоже тренироваться, но вам приходится Да. ездить в Дагестан, там на несколько недель от своей семьи отлучаться. Как ты Да. думаешь сам, да, это правильный процесс, правильная вот подготовка? Так сказать, брат, да, вот сборы это очень важно, потому что в первую очередь, когда мы дома бываем, вот, или в Баку бываем, когда мы в Баку бываем, Отвлекаетесь. иногда семья, иногда друзей, иногда что-то, мы, как сказать, ну, тренировка делаем, потом режим не бывает, вот так сказать. И еще, у нас, да, ты правильно говоришь, не 8, у нас 6, по-моему, 6 у нас, 4, 16 ковер у нас, эксенсеры, 16 ковер. Да, у нас зал хороший, у нас все хорошее. Но
так сказать, у нас ребята взрослые, да, ребята не очень много сейчас. Например, 65, 2, 3, 2, со мной 3, 55, 2, 3, или так, большие вес, вообще у нас проблема, это ты знаешь. Поэтому мы иногда там в Чистовольске бываем, иногда в Махачкале бываем. И вот всем ребятам, дагестанцам, Чечня, всем я осетин, осетинские ребята, всем я еще раз хочу сказать спасибо им. Они постоянно перед соревнованиях, чемпионат Европы, Олимпиада, разные соревнования, ну много соревнований. Они с нами тренируются, они нам помогают, сильно они нам помогают. Я хочу им сказать спасибо. Но они тоже могут отдыхать, они, например, там Европа, мир не борется, но они могут тоже отдыхать, но они с нами тренируются, нам помогают, правда. И этот сбор очень, да, важно, важно, чтобы этот режим держать, потому что без режима, брат, ничего не получится. Многие думают, что он один раз выиграл, например, Европу или чемпионат мира, или Олимпиаду даже выиграл. Они думают, что, ну, олимпийский чемпион – это олимпийский чемпион, я понимаю. Но если этот олимпийский чемпион хочет еще бороться, еще хороший показать результаты, да, он без тренера и без режима, он никто, брат. Без тренера, без режима ты вообще, ты никто. Поэтому надо, брат, держать режим и слушать тренера. Хоть ты олимпийский чемпион, хоть ты чемпион мира, это ну, разницы нету. Ты должен режим держать и тренеров слушать. И свой личный тренер тоже, и сборная команда тренер тоже. Надо всех это слушать. И вот хороший режим держать и хороший результат показывать. Поэтому этот сбор нам очень важно, и я думаю, что этот сбор должен быть каждый год где-то 5-6 раз, если ты хочешь показать результат. Да, согласен. Согласен. Просто иногда бывает, что там, ну, наши там вместо азербайджанцев в некоторых группах, форумах пишут, что это все не надо, там, легионеры портят, там, то все, ну, видишь, вот трехкратный чемпион мира говорит, что во всем есть свое благо. Это Брат, понятно. легионеры, это везде есть. Легионеры тоже спортсмены, тоже легионер, тоже человек, легионер тоже, как я, тренируется, да. Ну, так сказать, футбол, смотрите, Испания, футбол очень хороший. Они даже, по-моему, чемпион мира, да, испанский эта Да, команда. да, да. Барселона, смотри, там испанцы тоже есть, легионеры тоже есть. Но они могут вообще без легионеров играть, да. У них футбол очень хороший. И, например, итальянский, английский. Каждой команда есть легионер. Ну, например, Англия футбол очень хороший. Им зачем легионер? У них вообще много футболистов. Ну, они, смотри, каждой команда есть 5, 6, 7 легионеров. У нас тоже это должен. Я еще раз, вот когда первый я сказал, я от Хитака, я учил этот, я от него взял этот дисциплина. Я его режим, я с ним Хитаком где-то 2-3 года вместе мы жили, да, в комнате. И я как видел, что он как свой режим держит. У него все по времени было. Это надо так делать. 10 часов надо прогулку делать. 11 часов надо спать. Это надо. Ну, у него все было по этого, по времени. И еще у него было 35-36 лет, и он такой режим держал. Поэтому он хорошо боролся, поэтому он каждый год результат показал. Поэтому надо все не сказать, что это нам не надо. Это у тебя что на руках есть? Беледе азабензен etdiler, bunun kadrini bilmek lazımdı. Elinde ne Да, varsa onun hepsi kadrini bilmez. всему надо знать оценку свою. Да. Хаджи, было Да. время, мы все знаем, что Азербайджан всегда славился, иншаллах, будет славиться. Борцами в легкой весовой категории всегда бывает просто зарубка. Да? То есть Да. было время на 60 килограмм на чемпионатах республики. Вот я написал, потому что вот я так по памяти. Вот ты был, Заримхан Гусейнов был, Тоғрул Аскеров, Хайбулла Шаалов, Сулейманов Джалал. Там столько ребят было, да. И были времена, когда ты не мог выигрывать и не ездил на какие-то определенные турниры, да. Вот что Да. лично делал Хаджи Алиев, когда варился в этой каше, когда не получалось идти
как бы выигрывать, идти вперед, ты делал терпение, ты не переходил в другую страну, ты, скажем, ты не бросил тренировки, ничего не делал. Вот что ты вот кроме этого делал? Может, ты просто терпение делал? Вот какие у тебя шаги были? Что ты делал, чтобы переждать? И как-то с 2012, 2013 года ты стал первым номером, и до конца ты вот так пошел. Что вот ты сделал для себя? Ты правильно говоришь, ты правильно говоришь. Время было, что 60 килограмм, очень сильный, так, очень был сильный, ты правильно говоришь. У нас там вообще много конкуренции было, много борцы было, сильные борцы было. Например, Тобрула выиграл, оттуда Залимхан вышел, Залимхан выиграл, оттуда Джавал вышел, оттуда Хайбула. Ну, тогда, так сказать, я тоже молодой был. Молодой был. Но, честно сказать, они сильнее были, чем я. Но я не очень такой был хороший. Но я хотел постоянно с ними их выиграть. Но, так сказать, еще мой время тогда не был. Но я всегда терпел и свое время ждал. И, так сказать, уже в 2013 году я уже начался быть, этот первый номер был уже Азербайджана 60 килограмм в 2013 году. И вот я думал, что у меня время начался из 2013 года. Но в 2012 году я Кубок мира, я боролся в Баку, и всех схватках я выиграл. И вот оттуда мой этот, как сказать, Результат уже этот пошел. результат пошел, да. Ну, когда я проиграл, вот когда этих соперников был у меня, Залимхан, Тогрул, Хайбула, Джалал, я просто, как сказать, я когда проиграл им, да, я знал, что я не слабый. Я знал, что я не слабый. Но что-то у меня этот не хватило, или сила, или техника, или не знаю что. Я всегда плакал, брат. Не так плакал, но там но было мне очень плохо, что я вот Обидно. иногда проходил, иногда, не знаю, проходил, сила не хватило. Ну, так-то они были сильные. Ну, Архангелов, брат, я свое время этот ждал, до конца терпел. Ты правильно говоришь, я мог бы бросать, я мог бы, не знаю, что-то делать, но я до конца терпел. И Альхамдулиллах, что я хороший брат, Альхамдулиллах. показал, что такой результат. Перетерпел свое время, подождал. Хаджи, у меня вопрос. Меня слышно нормально? Да, брат. 2016 год, Олимпийские игры. Вернемся к этому времени. Я помню, тогда на 57 килограммов олимпийскую лицензию добыл Мирджалал Да. Хасанзаде. Вы с одного зала. Ну, до Олимпиады за несколько месяцев, как я помню, ты принял решение перейти на 57 килограммов. Я хочу напомнить всем болельщикам, что Хаджи последний раз в этом весе боролся в 2008 году на 54 килограмм. Европа последний раз он боролся. После этого 6 лет, когда человек растет, все понимают, что сложно держать вес, тем более его гонять. Вот, ты тогда проиграл олимпийскому чемпиону Хинчегашвили, да, в полуфинале? Ты Да, стал третьим. У меня вот здесь два вопроса. А во-первых, тот вопрос, что вот тогда, 4 года назад, ты правильное решение принял, что ты сгонял на 57 килограммов. А второй вопрос, что эта бронзовая медаль оправдала свои надежды? Ты же столько там пота пролил, столько тебе сложностей, наверное, было на этом пути. так сказать, брат, я тогда ты знаешь, что 60 килограмм убирали из Олимпиады, Да. например, в 2012 году, когда Тогрул выиграл Олимпиаду, он 60 килограмм выиграл Олимпиаду. И этот 60 килограмм всегда был самым хороший вес, самый сильный вес. Да. Я не знаю, после этого Лондона Олимпиада, да, этого вес убирали. И так сказать, брат, у меня шанс не был, потому что 65 мой вес не был. Я вес не очень большой был. И там 65 Тогрул Аскеров был. И 60 Да. килограмм убирали 60 килограмм. Я тогда должен или не бороться, пускать Олимпиаду, или я должен тогда бороться 57. Ну, тогда мой вес был 68, 60, ну, так 68, много был мой вес. Я 61 тогда тоже еле-еле гонял, но мне трудно было. Ну, потом, как тренера, все это
разговаривали туда-сюда, они сказали, что если ты не хочешь, ты хочешь Олимпиаду пропустить, тогда не надо. Если ты хочешь олимпийский медаль, ты должен это делать. Мне было очень трудно, потому что я 2-3 месяца я держал режим, мне честно, мне очень было плохо. Я вот Олимпиады тоже 2 раза, 3 раза сознание потерял. Это знает, тренера знают, что я там, мне так там как было плохо. Зелимхан там был, Фирдоси Налим там был. Они знали, что вот я там, как мне было очень больно, брат. Я 2-3 раза сознание потерял, даже врачи сказали, что тебе даже не 1 килограмм, даже тебе 300-400 грамм бросать тебе нельзя уже, тебе плохо. Ну, это все прошли, я все сделал, брат. И так сказать, я хотел тогда выиграть Олимпиаду, много весь Конечно. камнял. Ну, у меня чуть-чуть остался, но я там, знаешь, я 4-3 проиграл. Да. И так сказать, когда я выиграл этот, взял этот бронзовый медаль, бронза, да, третье место, уже, как сказать, мне очень было хорошо, потому что этот, я не знаю, зачем так человек радует, да, олимпийский медаль, это вообще, очень, не знаю, вот самый-самый-самый хороший медаль в жизни, в спорте, да. Ценная, да. Да, и вот когда я 2 раза мир выиграл, мне один из журналистов вопрос стал, этот бронзовый медаль, А, тебе да. не Что какой лучше, да? важно, для тебя какой важно, этот мир или этот, я сказал, олимпийский медаль, я думаю, важно, чем этот чемпионат мира, да, медаль чемпионата мира. Ну, всех есть свой Да. место, всех есть свой труд, но это олимпийский медаль, это олимпийский медаль. Да. Иншаллах, если я этот раз выиграю, это вообще будет, я думаю, вообще хорошо. Иншаллах, иншаллах. А, Хаджи, вот ты выигрывал чемпионаты мира Европы. Ты только на Европе. Европейские игры тоже выиграл в прошлом году, да? До этого бронза был. Ты выигрывал исламские игры. Ты все выигрывал, да, на свете. Олимпийскую медаль тоже выигрывал, да. Но вот сейчас Олимпиаду отодвинули на 2021 год. И вот, ну, судьба, все может быть, да. Если вдруг получится, что ты не сможешь выиграть золото или же вообще не сможешь выиграть Олимпиаду, есть у тебя силы, мотивация, стремление еще на один цикл бороться? Потому что у тебя пока что, машалла, получается. Или еще рано говорить об этом? Не, я хотел сказать, я всегда говорю, что после Олимпиады я хочу оставить борьба, потому что уже мне 30 лет. После 30 лет тоже трудно бывает. Знаешь как, если у меня результата не было бы сейчас, я Да. мог бы бороться, да, еще дальше, 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 дальше. Если мой результат есть сейчас, я думаю, что ну, себе тоже больно не делать. Знаешь, это очень трудно, брат. Этот режим, эти тренировки, ну, я думаю, в спорте все сделал, все выиграл. И думаю, что других, как сказать, других, другой жизнь жить. Или, не знаю, Да. тренером, или, не знаю, там что-то. Ну, другой что-то надо делать. Всегда же там, я знаю, это борьба уже здесь у нас в крови, да, брат? Без борьбы не можем. Ну, я еще не могу честно сказать, но я там хочу, что бросать после Олимпиады. Ну, посмотрим, может, я Олимпиаду проиграю, может, я нервничаю, скажу, не, еще Олимпиада буду бороться. Это я еще не могу ничего сказать. Ну, это посмотрим, брат. После Олимпиады посмотрим, иншаллах. 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 Ты не устал, Хаджи? У меня еще несколько вопросов. Не, все нормально, все хорошо. Очень много было противостояний, да, у тебя. Были, вот тот же Тугрул Аскеров был у себя во внутренней. Я помню, что вы и в юношах, и в юниорах, и даже во взрослом всегда состязались. У тебя были противостояния с Хинчи Гашвили, и в юношах даже боролся, и сейчас по взрослым постоянно вы. Эсмаил Пур, иранец, если я правильно называю его. Да, Исмаил, Масуд Исмаил, да. Да, Дубов был еще болгарин, тоже часто вы встречались. Да. Некоторых ты проигрывал, некоторых ты выигрывал.
Да, чаще всего ты выигрывал. Вот после каких этих противостояний, да, вот ты себя чувствовал еще больше увереннее? Суал düzgün verə bildim. Özünü hansı görüşlərdən sonra belə əmin hiss elədin? Nəfəqin, misal üçün kiməsə uduzdun, sonra onu uddun, ondan sonra özünü inandın ki, hamını uda bilərsən deyə. Так сказать, брат, вот я Хинчикашвили сколько раз боролась, уже последние два раза я его выиграл, да. Ну, так сказать, я не только что Хинчикашвили, но всех там борцов. Когда кого-то ты выиграешь, у тебя, как сказать, дух бывает, у тебя ты веришь, что ты уже выиграл, ты хороший, в следующий раз еще я могу выиграть, да. Вот это очень хорошее чувство. Например, я когда кого-то выиграю, да, кого-то выиграю, у меня как бы этот, уже, так сказать, я чувствую, что еще раз, еще могу это выиграть. Потому что если я это сделал, я еще могу делать. Ну, это борьба, это все может быть. Например, Хинчикашвили меня 3-4 раза выиграл, но я его тоже выиграл. Но он тоже может меня еще раз выиграть. Или другие борцы. Это ну, борьба. Это ты не можешь сказать, что я всех могу выиграть. Если так было бы, все вообще не тренировали, сказали, мы будем олимпийским чемпионом. Ну, когда ты чемпиона выиграешь, простой, например, без результата ты кого-то выиграешь. У тебя так, да, например. А когда ты чемпиона выиграешь, уже да, у тебя бывает так, что о, я выиграл чемпиона мира или олимпийский чемпион. Разница нет. Может, ты выиграл один такой старый борец, например, он выиграл в 2012 году Олимпиаду или в 2019 году он был призер мира. Ты когда даже его выиграешь, да, уже тебе тоже бывает хороший дух, что о, я вот такого борца выиграл, да, такого человека. Поэтому, брат, выиграть всегда хорошо. И я хочу, что этот всегда выиграть, потому что не я, но кто много тренирует, кто делает труд, кто держит режим, я всех желаю всегда этот победа. Амин, амин. Хаджи, ты только в одной лиге, по-моему. Нет, ты в иранской лиге боролся когда-нибудь? Да. И в индийской тоже. Да, два раза в Индии, два раза в Иране боролся. А, вот мне вот это, мне всегда вот этот вопрос интересен, да, выступление за национальную сборную, да, это надо, каждый там представляет свою страну. Да. А вот клубная вот эта борьба, которая дает и денег тоже, это все тоже, насколько она вот важна каждому борцу, чтобы человек там боролся там? Ну, это не такой, наверное, ответственный турнир, где вот если ты проиграешь, это... Как бы сказать, ты можешь попасть в депрессию, да и там заработать. Насколько важны вот эти вот Бундеслиги, и как ты считаешь, по какой причине в мире так мало лиг? Да? Всего три лиги, и то иранская, индийская, каждый один год бывает, только немецкая лига бывает. Так сказать, брат, эти лига бывают после чемпионата Европы, после чемпионата мира, да? Да. Они сделали такое время, чтобы там больших соревнований, больших чемпионатов не было. И туда не все попадают, да. Туда только там чемпион мира, олимпийский чемпион туда пригласит туда, да. И так сказать, там бороться, хорошо, что ты там свою форму держишь. Поэтому мы в Индии были 25-26 день, и каждые два дня ты выходишь бороться, каждые два дня ты выходишь этот. Бороться. И так сказать, мы там контрактом туда идем, но это контракт пишет, что там ты выиграл или проиграл, разницы нету. Ты свои деньги возьмешь. Не надо так думать, что да, я контракт делал, я выиграю, проиграю, там все равно я деньги получил. Нет, это неправильно. Это неправильно. Ты должен выиграть, что ты должен выиграть, что в первую очередь свой рейтинг ты держал хорошо. Второй очередь, ты свою команду помогал. И третья очередь, что ты там хорошую, если показываешь хорошую борьбу, в следующий раз тебя опять они это пригласят туда. Поэтому не надо думать, что я деньги взял, или контракт есть, я там не должен бороться. Ну, там надо хорошо побороться. Например, последний индекс, когда я боролся, там
У меня чуть-чуть в коленах, ты помнишь, в 2018 году у меня Да. колено было сильные проблемы, я в первый круг же проиграл кубинец. Вот после этого 2 месяца я вообще не тренировался и, так сказать, я лечил свой колено. И после 2 месяца мне сразу позвали туда, и я там боролся, и я начал там бороться. Каждая схватка я уже начал форму набирать. Вот там я свой форму опять набирал, но я там один схватку проиграл. Бажранг, Пуня, Банжак, я там проиграл. Ну и так сказать, я там устал, потому что я не тренировался хорошо. Ну эти лига очень важна. Я думаю, если каждый год был бы, да, хоть один раз, да. Это вообще очень хорошо. И ты получаешь, как сказать, мы все спортсмены, мы когда делаем труд, мы должны свои деньги получать, мы должны да, свой. Конечно. Потому что это наша работа. Никакой спортсмен не может и я думаю, не может сказать, что я не хочу деньги. Да, мы все боремся, первое, что мы показать результат, и второе, что мы получить деньги, чтобы свою семью смотрели, свою маму, папу, не знаю, друзей, кому можем помогать. Поэтому эта лига, в первую очередь, свой рейтинг ты хороший держишь, и деньги там получаешь, брат, хорошие деньги получаешь. Я понял. Хаджи, вот насчет травм ты сказал. У тебя вообще, ну, имеется в виду тяжелые травмы, да? Я понимаю, что любого борца, вот если вот сейчас на диагностику отвезти, там 100 болячек выйдет, да, уверенно, я знаю, да, вот. Да. Просто каждый чуть-чуть закачивает, борется или обязательно. У тебя вот тяжелые травмы какие были, вот? Очень тяжелые травмы, которые вот после них ты не боролся долгое время. Были у тебя такие травмы, которые после них ты долго не боролся? Вопрос еще раз, у меня что-то интернет слабый был. Я говорю, что вот, у любого борца есть множество травм, да, мы знаем. Но есть травмы, с которыми можно бороться, есть травмы, с которыми невозможно бороться. Ты опять не слышишь. Опять не слышно. Что-то интернет пропал, поэтому. Вот давай, у тебя были азербайджанский язык, скажи, пожалуйста. А я уже задавал на русском, давай на азербайджанский. Zaten olup ki sen ondan sonra güleşmeyip sen amelde baktın. Zededen sonra güleşmemiş he? Ha. Ağır bir zedede bir 6 ay, 1 yıl güleşmemiş ondan sonra. Tak sıkıldım. Ne sıkıştın da bırak. Da. Ну, у меня был, да, в коленах у меня была операция, я 5-6 месяцев не тренировался, в 2011 году у меня был в коленах операция. После этого, так сказать, ну, был, у меня был травма, ну, так год-два года я не спал, но, так сказать, 4-5 месяцев, да, я этот, ну, лечил, отдыхал. Ну, Мениск у тебя был? Мениск, у меня был мениск, да, я после этого где-то 4-5 месяцев, да, ждал, и еще когда я маленький был, не маленький, но в 10-м, да, такой, в 10-м году у меня здесь операцию сделали, ты знаешь, ты видел, что у меня, когда маленький был, чуть здесь ожог был, да, у меня вот здесь. Да. Поэтому мне этот, я один раз, когда в гран-при боролся, у меня здесь порвалось. И там операцию мне сделали, тогда тоже где-то 4-5 месяцев я вообще ничего не сделал, вот я спал, потому что это место, ты постоянно у меня, вот, как сказать, работает. Рабочая. Да, постоянно. Поэтому, да, вот поэтому здесь мне очень больно было. И вот тот время, я хочу сказать, Адиль Алиева, этот депутат Азербайджана, Федерация кикбокса, Федерация президент Федерации. Адиль Малим, спасибо, что он мне так вот тот время он мне помогал, и мне сделали операцию. И я это постоянно говорю, что вот Адиль Малим всегда мне помогал. Я хочу ему сказать спасибо, что вот тот время, когда у меня даже результата не было, ничего у меня не было. Да. Просто он мне помогал. И
После этого я опять начался вот опять тренироваться. Ну, после этой операции у меня здесь уже, машалла, проблем нету. Ну, так колено у меня было, ну, так чуть-чуть болел. 1-2 месяца я этот отдыхал, лечил. Ну, так не сильные проблемы у меня нету. Хаджи, это травма на гран-при в Германии была, да, по-моему, да? Какой? Вот этот, когда ты порвал это место. Не-не-не, это когда я в 2010 году молодежный гран-при Азербайджане был, помнишь? Гран-при был Азербайджане молодежный. Тогда у меня порвался вот первый или второй круг. Я вот поэтому проиграл, брат. Я понял. Хаджи, меня очень много просили, чтобы... Я дал разрешение, ну, подписчикам, чтобы задавали вопросы, если ты не против, буквально несколько минут, чтобы они тоже задавали вопросы, подписчики давай, в комментариях. Давай, я буду закреплять и читать, и ты отвечай, да, по мере возможности. Давай, без проблем, брат, без проблем. Я думаю, есть у людей вопросы, сейчас посмотрим. Топ 5-65 килограмм, нет, это не то. Мне очень несколько людей, 7-8 человек написали, что оставь, пожалуйста, комментарий, чтобы мы задали вопрос. У меня здесь друг есть, Орхан. Салам алейкум. Он тоже боролся, был... сборная Азербайджана тренировался много, но сейчас он как тренер уже как уже толстый стал. Форму потерял. Кто борьбу бросает, сразу живот выходит. А вот здесь вопрос соперничества с Рашидовым. Что об этом скажешь? Что сказать, Рашидовым, что сказать? Я не знаю, такой вопрос задали. Рашидов, так сказать, очень хороший борец. Хоть в 2007 году, когда я его в финале выиграл, ему да. Один журналист вопрос дал, там Махачкале, по-моему, у тебя сильные соперники кто? Ну, он мой имя там не сказал. Он, я думаю, как я для него был слабый, он мое имя даже не сказал как соперникам. Сильный соперником. Ну, спасибо ему. Но я хочу сказать, что Рашидов очень хороший борец, очень сильный борец, у него защита очень хорошая. Ну, у него все хорошие, потому что он чемпион мира. И если человек чемпион мира, для него не можем мы сказать, что он слабый борец или слабый человек. Насчет этого схватку я ничего не скажу, потому что это все видели. Да. Все судьи видели, все человеки, спортсмены видели. Я насчет этой схватки ничего не скажу, брат. Все. Я тебя понял. Ага, Хусейн смотрит нас, салам передает. Всем салам алейкум, всем салам алейкум, кто смотрит. Хамия саламлар, язанлара. Herkese cevap verebilmediğim için üzürle sadarsınlar. Elbette. А, вот, вот это тоже, честно сказать, интересный момент. Нет, это не то. Иранлылар. Агалар язылдар. Иранлылар, у меня там иранцы вообще много бывает, много пишут. Да, да. Ты знаешь, что иранцы тоже сильно любят борьбу. И у меня в Инстаграме где-то, не знаю, я не прочитал, но там смс есть, не знаю, 4 или 5 тысяч смс есть. Их почти 50% иранцев. Да. Залимхан Гусейнов пишет. Каждому тренеру желаю такого ученика, как Хаджи. Каждому брату иметь такого брата. Спасибо, Залимхан Али, спасибо. И я каждому борцу, каждому человеку, ну, спортсмену желаю, что у него был такой тренер, как Залимхан Али. Залимхан Малим, я думаю, что на своей работе очень-очень хороший. Он, я не знаю, вот даже он, у него все очень хорошее. Я не знаю, что сказать еще, брат. Поэтому без Залимхан Малима у нас бывает проблема.
И сколько я в борьбе есть, сколько я в борьбе есть, я хочу сказать Зарам Хамалин, попрошу, что постоянно быть с нами этот рядом, постоянно Были. были, да. Иншаллах. Не бросайте нас, Зарам Хаджи, там вопрос был, что сейчас дома тренируешься, что делаешь во время карантина? Хамали. я бегаю, я футбол играю. И качку сделаю. У меня свой отдельный есть такое место, чтобы я тренировался. Да. И так сказать, этот месяц, вы знаете, этот Рамазан, да, мы держим уразу. И сильные тренировки, я думаю, сейчас не надо, потому что у нас соревнования тоже нету такого, чтобы мы готовились куда-то. Поэтому мы сейчас держим уразу, и нам надо чуть-чуть тренироваться, побегать или что-то делать. Иншаллах, после этого карантинного режима, я думаю, что мы будем начинать уже делать все хорошо. Но 100% я хочу сказать Залим Хамалиму, что Залим Хамалим, я не сплю, я в форме, вот, только что тоже тренировка делал, пришел дома, все нормально, все хорошо, не спим. Хаджи, я долго не буду тебя еще задерживать. Спасибо тебе большое, брат. Пускай Будьте Аллах здоровы. приумножит твоих, как бы сказать, намерений, чтобы ты сделал то, что ты смог делать. Спасибо, братан. Çok sağ ol Ayacı. Allah Sağ senden ol, razı Allah olsun. razı İnşallah. olsun. İnden Sen sonra da sağ ol. bahasıyık. Azarkeş İnşallah değil Allah Asiye. razı olsun. Sen sağ ol ki böyle güzel bir canlı yayın açtın. Sorular verdiğinde soruların cevaplarını tek bu sorular meyle gel ki tek senin için yok. Ham için Hamur maraklıdır. için. Elbette. Bizi izleyen her ne kadar burada adam varsa Allah'ım sana razı olsun ki bizi izleyirler. Amin. Ve burada bizi güreşçiler yaygın ki Öyle. izleyir. Bütün güreşçilere de yani de bayağı dediğim ki yani maslahatım oldu ki ilk nöbette öz rejimlerin gözlesinler, meşgisilerinin sözlerini işitsinler ve yani güzel netice, güzel medal kazanmak istiyorlarsa, şampiyon olmak istiyorlarsa o yere eziyetten keserler. Çünkü yani dedim, bu yolu ben özüm de geçmişim, uzun yol geçmişim. Ve şükür Allah'a ki Allah çektiğim eziyetlerin bahanesini verip ve en esası da odur ki kazandığın neticelerden sonra insan gerek neticelerine göre avlanmasın. Yani hayatta nece olupsa her zaman öyle olsun. Çünkü öyle olduğu zaman da insanların gözünde daha da yükselir. Bir daha çok sağ ol, teşekkür ederim kardeşlerim. Böyle Tamam güzel kardeş, öpürüm değerlendirme seni. göre. Sonra Allah arkanı razı olsun. dağışarak. İnşallah Amin senden de. inşallah. Var olasın kardeş. Sen sana da Balacı aleyküm. Ayşen'de öpersen. Sağ ol. Öpürüm, çok sağ ol. Allah razı olsun.